19 апреля в 19:00 в культурном центре «Меридиан», малый зал, пройдет весенний концерт «Казачка вольная», лауреата всероссийских и международных конкурсов, автора и исполнителя духовных и народных песен Анны Сизовой. Это песни от души и для души, спетые сердцем. В этот вечер зрители услышат лирические размышления о Боге и о Родине в песнях «Посвящение Богородице», «Старцы русской земли», «Ромашковое поле» непременно пустятся в пляс под удалую «Казачку вольную» и зажигательный «Иван-чай» и вспомнят вместе с Анной под баян любимые народные распевы. Песни и стихи о любви, о России, песни проповеди и песни молитвы прозвучат в долгожданном концерте яркой и самобытной певицы в сопровождении музыкального ансамбля «Русь православная» и хореографического коллектива «Цветы жизни».